Так, раз-раз. Так. Здорово, здорово, хеллоу. Так, ну-ка. Там на чем остановились? Душный таймер, он говорил, да? Вот такой. Напряга причал, вот эта пара. Вот эта пара. Джебус Кросс, здорово. Трика. Сопряга причал, трика, сопряга причал, трика. За что, интересно, он там дает трика? Неужто за луну? Изи 6К, да ладно. Битва с фанатом. Привет, почему с фанатом? Со зрителем, с подписчиком, как угодно. Тот, кто накопил 200к баллов и бросил вызов. Есть у каждого такая возможность. Я честно не понимаю, что тут по парам. Причал, луна. Давай минус флакс. Замок темницы. За 3200 итого продали город. Все бы игрока залупятся и не захотят первыми делать ставку или черкать города. Что тогда? Монетку? Конечно, монетку. Монетка решает все вопросы. Но по идее, тот, кто хост, если ты заходишь кому-то на хост, то ты присоединяешься к его этим, да? Условиям, правилам. Ну, то есть, если там какой-то турнир, ну, то есть, как правило, если кто-то генерит пару, тот, кто генерит пару, соответственно, он второй, да? То есть, ну, к примеру, сгенерил я, соответственно, ух, начинает первый торговаться, да? То есть, ну, такие правила. Так, 13, тогда давай. Попробуем чуть за цвет подтопить. Но он уже отдал, честно. Так, это что получается? 3200 минус 1700. 1500, да, получается. Ну что, ГЛХФ? ГЛХФ получается. Ну, вместо F написал Х. План пойдет. Тоже пойдет.
Для новичков стример был Тога. Он все объяснял. Ну, Таганаш, он был, он и есть, да. Он просто сейчас принял решение не стримить, потому что ему такой порядок, ритм жизни не подходит. Поэтому он решил не стримить. Что за глупые? Да почему глупые? Не глупые, но просто бывают иногда такие моменты, ситуации, да, кто-то чем-то не сталкивался. Закономерно возникают вопросы. Вот. И эти вопросы нужно разрешить. Это вопросы на самом деле не глупые. Это нюансы, как говорится, да? Нюансы. Вот, во всех нюансах, по идее, хочется разобраться. Зверинг лучников. Блин, интересно, интересно, сдало так. Еще, ох, какой артиф. Такое. Это что такое? Блин, лечей много. Да можно даже этих отстрелить. В принципе. Купить нужно. Можно и это собрать. Можно вообще в улик залезть в первый ход. Просто надо ли это? Надо ли это? Это уже вопрос второстепенный. Так, давай-ка вам зашлем разведку. Разведка говорит, непонятно. Непонятно. Двушечка. Двушечка интересна. Рефьюга тоже интересно. Мне кажется, прессовать здесь надо. Мне кажется, однозначно нужно. Разбежка не очень хорошая. Ну, хз, да. Обилие объектов, нужно разведку дальше делать. Пока неплохо. Мяса много. Улик, башня, цех. Какая-то коробка. Здорово, жбан. Нифига не понятно, но очень интересно.
Такс. Тридцать девять лукарей. Это солидный стек, который может все отстреливать. А, кстати, Пандору можно было валеськой вот эту пробить, я думаю. Хотя можно здесь разбиться. Здесь разбиться, взять вот это, вот это. 20, это сколько у нас их будет? 48. 53 пикемена. 63 пикемена, это хороший стек. Солидный так, мордатый. Можно будет этих спокойно бить, да? Так вот коробку валеской не сможем взять. По идее, или сможем. Не, если здесь разбиться, то норм. Тогда сможем. Угу. Арестит ух. Ну, отлично. Арестит отлично. Так, Гриндан хорошо, вот второй герой без лучников. Плохо. Угу, здорово, Илюха. Джебус Кросс, ну дятина, может быть. Но это вызов на дуэль. И мы эту дуэль добросовестно отрабатываем. А что тут такое? Триол, что ли? Триол положили нам. Мы, конечно, рады. О, вот этот достанет. Думаю, кто-то трубы достанет. Блин, и титаны на ГО, здравствуйте. Здравствуйте, мы титаны, мы тут постоим, да? Какого хуя вы тут стоите? Так, а здесь альт ГО нет случайно? Как поинтереснее. Здорово, здорово. Интересно, два кольца. Два кольца. Бьем титанов на мужика? Не, мы титанов бьем, по-моему. Это будем бить. Поехали. Впереди герой пятого уровня, да? Герой пятого уровня. Здорово, Грут.
Эксперт дипломатия, нифига себе. Эксперт дипломатия, интересно. Так, присоединим кого-нибудь? Так, стрелял-то я явно не в тех, да? Блин, а там еще этот есть, да? Успею я туда? О, давай. Фига себе. Тут денег надо. Ну, чё-то непонятно. Но очень интересно. Чё, выгоняем кого-то? Луну покупаем, прожигаем, да, всё нахер. Всё нахер прожигаем. Не, луна, конечно, тут, мне кажется, будет отжигать. Ой, слушай, гляди, сейчас триол отобьем луной, да? У нас тут почти эликсир, колбочки туда не хватает. Ну что, давай плюсанем, наверное, это тоже. Тоже плюсанем. Сейчас прожжем триол. Эликсир намутим, тут вампирники есть. 1-1 берет. Эх. Прожигали бы мне интересные сразу или нет? 20. Я проверим. 240. Блин, не хватало СП. Надо было плюс 3 ту штуку брать. Плюс 3 бы прожгли. Плюс 3 бы мы точно прожгли. Ну вот за бесами, которые плюс 3 тут, видите, в углу. Не, респ хороший, там цехов 3 штуки. 2 кольца на хп. Армии, в принципе, достаточно стартовой. В принципе, не так плохо. Гринда на луна. Титаны, конечно, злые ребята, но... Чисто теоретически. Чисто теоретически. Их можно даже и рано пробить. Так, это кто? Это магия? Очень похоже на магию. Угу. Пошел я смотреть, у кого армия сильнее, да? У Шахтера или у Валески? Смешно. Здорово, Сигал. На каком замке оп? А, на этом. Данжен шахте. Веронес, кстати, пришел к нам. Чё там? У Валески сиськи, и ее армия сильнее. Грут, это тот парень, который мне постоянно говорит, не ругайся. И он в чате пишет про сиськи. Это тот самый Грут, или это его подменили? Это же он мне постоянно пишет, не ругайся, пожалуйста.
Это культурное слово? Сиськи? Культурное ли... Культурное ли слово сиськи? А я сейчас посмотрю, я специально погуглю. Так, я... где там русско-культурный разговорник? Так, сиськи. Так. Почему-то вот этот... Что такое нехорошее выдает в Google сразу. Второе идет Ленинград сиськи, а потом идут какие-то, короче, синонимы это, к этому слову. Вот и, короче, Грут, не ругайся, алло. Здорово, здорово, Александр. Да, доброго вечера всем. Google не наша тема, а что наша тема? Так, я принял решение. Принял решение. Брать рестарт. Утопа. Опа. Утопа, это интересно. Босоножки еще дали. Босоножки. Ну алло. Что тут наставили там? Не, покупать нельзя, иначе не скупимся. Так, ну давай попробуем. Или что-то много, походу. О, закрылись, проверяй. Ого. Чемпионы. Эта раздача мне тоже не нравится. Эта раздача нам тоже не нравится. Кстати, по-моему, Валеска доходит, да? О, здорово, Серег. Так, ну-ка, Валеска, доходит ли? Блин, она нифига не... Так, 300. Нужен калькулейшн. Блин, и Валеска не доходит. 300. 200. Блин, никак не доходит. Что делать будем? Так, еще одного сейчас купим. О, кстати, а греча дойдет? А вот греча-то доходит, алло. Армия уже сюда уехала. Гоу, коробку бить? Так, в смысле бить? Коробку бить, это все равно, что с разбега этот стену уебаться.
И вот с разбега в стену этот. Долбанись. Все равно рано или поздно этот. Ну, это примерно такое же сравнение, я так я понимаю, грубое сравнение, но это вот примерно соизмеримое. Здорово, Дитрих, я правда не видел, чтобы он писал. А, вот, видел, видел. Дитрих, привет. Я тебя не заметил. Не приметил. Так, это кто? Что за пират? Блин, пират прикольно. Пират это прикольно. И колечко у нас тут в ряде. О, вот эту коробку можно, кстати, попробовать. Но мне кажется, что мы ее не возьмем. Получим пиздюлей. Но все равно, что мы собрались рестартить, поэтому мы идем получать пиздюлей. Хотя можем и не получить. Чисто теоретически. Можем неплохо выступить. Не, я пошутил. Это была шутка. Огры, здорово, огры. Нычка пик, это хорошо. Это бесплатно. Лорд. Ой. Кентаврики. Кентаврики это хорошо. Артефакт. Артефакт годный. Ну что, пошла Катуля? Пошла. Мечка ангелов на месте. Рану не видим. Шкаляр пришел. О. Угу. Размер в порядке. Жир потек, да, может и потек. Потек, поплыл. Так, ну чё, сюда. Сяд 99. Добрый вечер, Баскерхилл, здорово. Спасибо, кстати, за подарочную подписку на канал Пупка, я видел. Мне сообщение пришло. Но уже когда игру запустил. Это тут вообще жир какой-то, блядь. Да, видимо, три касла что-то такое. О, кстати, можно это сразу отбить. Да, по денежкам интересно, сдало, мне нравится, как сдало по денежкам. Итога пришел.
поехали, сразу эту заберем. И будет у нас миллион денег. Девять кентавров убивают, а чё так много? У нас что, кентавры воевать, что ли, побежали? Допустим. О, Циелька. Так, ну Циельку, по идее, туда. За забор города. Забор... Да, кони. Ну, кони, кстати, неплохие. Неплохие, они стратежные. Стратежные конские. Блин, ну вот это как бить? 50-99, это же неприлично много. Хотя, если взять коней, то можно и пробить. Да? Пикеменов много. Много пикеменов, закрываемся на тактике. Два коня и полтос пик. И здравствуйте, попробуйте нас пробить. Да, мы их обстреливать будем. В мельнике, я так понял, последняя пара каких-то лютых машнаторов не доиграла, которые будут машнить до последнего дня тура. Что по инкаму? 2260. Нормально, да? Ой, а здесь тюрьма, кстати. Я только что увидел, что здесь тюрьма. Тюрьму сейчас отбивать надо будет Валеской. 1760. Ну, главное вот на них напасть. Вот так, да? Да, нормально. Сейчас вот это будем пробивать. По идее пробьем. Проблем быть не должно. Не, ну приятно, когда вот такие вещи есть, да? В любом случае. Плюс улик сразу здесь легкий, здесь улик, да, то есть уже два улика. А это этот. Подмога в виде коней. Кто бы на карте мельника изменил? На самом деле, в смысле изменил? Мы его еще даже не обкатали толком. А, понятно, что это как бы такая... Ну, кому-то может сильно не пропереть, а кому-то сильно пропереть, и сложно будет бороться, но тем не менее. Так, что, поехали этих расстреливать, да? Третья атака у нас же. Целая третья. Так, а кого тогда этого спрячем, а эту спрячем? Мельник прикольный, да, да, это такое новенькое, новенькое. Всегда интересно. Вот, поэтому... Что там менять? Его нужно обкатывать. Я, например... раз, два... Я, по-моему, всего 3 или 4 города испытал на нем. То есть я играл Данжом, играл Инферно. Данж, Инферно, Болото. Данж, Инферно, Болото, еще что я играл. Танком. Данж, Инферно, Болото. И все, по-моему. Ну вот, я только 3 замками играл. Что бы я там изменил? Я, чтобы изменить, это нужно хотя бы... Хотя бы за все замки по 2 раза сыграть. Вот тогда уже можно думать, чтобы там
Как-то, чтобы там предпринять, да? Так, может еще эти шажочек сделать? Не, все равно так ближе показывает. Ладно, поехали. Это большие потери. Они что, моралились, что ли? Ух, какие... Нормально все. Нормально. Пойдет. Вот вам кентавр, жрите. Ага, ну понятно. Так. Кстати, здесь ГО, надо глянуть, да, что там за ГО. Так, эльфа надо было отдать, наверное. Минус морали не было. Ладно, я думаю, минус одна мораль нам тут ничего не запорит. Будем надеяться. Это бы тоже пробить, но я боюсь тогда не вывести, да. Как тут не увожу? Так, вот этот добегает ли до города без флага? Блин, тогда вниз разведки не будет. Вниз разведки не будет. Это плохо. Но удалять пока я никого не готов. Валеска тогда будет здесь пробивать. О, коробка, кстати. Коробка, это очень интересно. Так, хорошие артефакты мы пробили. Добротные. Так, эльфов тогда здесь оставим. Эльфов здесь оставим, да. Так, ну что. Сразу сюда. Отбиваем коней и пытаемся ангелов забрать, что ли. Так, что ли? Главное тут, чтобы лошади не сморались. Кроют они нам тут. На. О! Там может быть контроль, кстати. Там может быть контроль. Изи причем. Так, ну грифона отдадим, наверное. Нихера себе. 5 пикеменов. А, нет, там цел. Блин, второй еще конский дверинг. У нас же арт на минус мораль. Нет, у нас арт на минус удачу. На минус мораль нет арта. Шея хорошая, да, но... Нужны кони сюда. Так, ладно, давай попробуем здесь. Не, ну здесь, если мораль будет, это вплоть до ГГ. Мне кажется, все лошади. Хотя у нас стрелка лютая еще. И этих не хочется отдавать. Так, ну ладно, мы поборемся, поборемся. Давай вот так, наверное, как-нибудь попробуем. Повезло. Повезло, как же нам повезло. Лошадки, лошадочки. Лошадки, лошадки.
Так. Ну чё, вот такой армии берем. А берем ли мы вот такой армии? Орду? Ну хуй знает. А берем ли мы орду? Или орда берет нас, да? Изи. Вот Сава говорит, изи. Поехали. Если что, можно будет на Саву свалить. Здорово, Сава. Если что, скажем, да это Сава, ну бас там тут насоветовал. Мы же папашки, мы вообще сюда бы не полезли. Это Сава, ну бас пришел, нам подсказал. Если что, этот. Вот так готовы, да? Сказать про Саву. Короче, все готовы свалить на Саву. Так, стоим, не выебываемся. И в кого-нибудь стреляем, в кого-нибудь не первого. Так, эти троглодитов пойдут месить. Ну, например, да, блин. Бля, конину, кучу. Ой-ой-ой, минус конь 100%. Минус конь прям вообще железно. Так, Сава, ты готов? Ну, басом побыть. Если что. Так. Постреляй. Да ща буду, не ссы. Так. Короче, стреляем сюда. Бьем этих. И конем добавляем. Бля, конь, живи, а. Блин, артефакт работает. Не, ну Сава, оказывается, этот не нубас, что-то может. Что-то иногда Сава может. А мы сразу Сава, нубас, нубас. Видали, как Сава насоветовал? Говорит, да изи, блядь. Ну, тут коня проебали, ну чё. Тем не бывает. Так, ну получается, нужно эльфийское вот это добро сюда, да, нести. Слушай, или возьмем ангела. Возьмем ангела вот так. Баллиста нужна, да, по идее? Баллиста. Или не нужна нам баллиста? Мне нужна баллиста. А чем мы баллисту не купили? Баллиста. Мы же могли... Не, у нас денег хватало. Да, может, не будем рисковать? Завтра с Баликом железно. Просто железно. А давай завтра с Баликом. Кстати, кузница, да? Где мы балик будем? Ага. Железно, пусть, блядь, это мораль ангела и при добрый вечер, а так балик. Так, пусть, блядь, уюси. Так, первый, второй, третий.
Я нажал случайно деф. И тут еще деф нажал. Кайф. О! Блин, это плохой знак. Это плохой знак нам тут дали. Ну, кстати, тут можно героя купить. Когда кого-то выгнать. Кого я могу выгнать? Я могу кого-то выгнать? Вот его, если тут. Малькома. Кстати, я его могу... Я могу проверить. Проверили? Прям легче стало. Тройка. Верно. Тройка-то не Макси, она тройка. Так, что тут? Говнокрипт очередной. Ясно. Не вывезу. Вывезу. Там пипешки что-то охраняют, да? Волки. Волки позорные. Так, будем второго коня добирать или нахер он нам? Не уперся этот второй конь. Ой, в смысле третий. Второй, третий. Армагеддон, ничего себе. Вот это колдунство лютое. Ой-ой-ой-ой-ой. Лорд Харт, ну ты свин. Разве так можно? Нет, язык на ней. Так. А у этого замедление есть. Так, тут что-то у Валески, да? Это у Валески. Торка. Короче, брать нужно этот. Брать. Пушка. Пушка покуп... Так, стоп, а как я вообще пойду на ангелов-то? Ой, на ангелов. Да, на ангелов. У нас стек этих будет. Конь вообще там нужен? Нет, по-моему, конь там нахер не нужен. Так, то, что баллиста нужна, факт. Короче, гномы там нужны. Гномы точно нужны. Единички эльфов. Не, единички эльфов точно не нужны. Короче, нужны три пикемена. Три пикемена. Три пикемена. Три пикемена, три пикемена.
Короче, вот так возьмем. Возьмем просто вот так и все. По идее, должно взяться. Зачем мясо рампарта? Зачем мне мясо рампарта? Тут было. Ну да, мораль портит, в принципе. На сколько я этих тогда солью? Это мне надо будет еще 3 двойки делать. Да блин. Так, ладно. Ну, типа вот так, да? 6 солью. Ну, давай. Да, балику. И, кстати, можно вот это было, да? Вот это... Так, а это походило... Нет, не ходило. Можно попробовать. Можно попробовать. Может быть... Маленькая вот, да? А бузер? То я бузер? В твоем случае. Бля, ну не, такую, наверное, я не, не осилю. Кажется... На цельке точно нет. Так, куда бежим? Бежим сюда, наверное, да? Это интересно. Это интересно. Так, кстати, еще ГО знаем. Отыгрыженная, да? Давай, попробуем. Мне кажется, у нас есть шанс. Ну, их мало. Не 90, и ладно.
Так, свиток третьего уровня. Свиток третьего уровня, 56 собак. Ну, тут типа марков 60, что ли? Ну, или 40 арбалей. Магия. Бля, какая тут магия была. Ну, бля, на глазок слабая коробка была. Магия вообще тут, если только вся третья, вся вторая, может. Свиток второго, сколько value весит? Свиток... Нет, подожди, свиток третьего. Воздушный щит это свиток третьего уровня. Да, четвертый, мне кажется, здесь не проходил. Я сейчас забью в калькулятор, посмотрю. Что-то с трудом пролезает, мне кажется, третий здесь. Что думаете, господа? Четвертый мог тут быть, нет? Свиток третьего плюс Пандора. 56 собак грейжных. Ну хз. Так, ладно, наверное, улики можно. Улики можно попробовать. Это Джебус Кинг. Почему Джебус Кинг? Где жир-то? О, кстати, еще коробочка. Это 10 тысяч, похоже. 10 тысяч магия. Так, эфриты, султаны. Султаны те еще. Злюки. Так, хочется вот это все зачистить, конечно. Хочется все зачистить. Еще две линконей. Фонская сдача какая-то. Что за конская сдача? Так, попробуем этот взять, нет? Ого. Так. Могу сюда залезть. Полезку сюда. Блин, я еще низ не разведывал. А у топа у меня нету, да? Топа нету. Топы нету, это хуже. Так, ну по идее сюда каким-нибудь воинам надо, да? ТЛ тут явно не подходит. Ну, кстати, манер может. Он такой еще воин. Не прокачанный еще воин. Так, давай кальт посмотрим, что охраняют гномы. А, очень интересно. Можно сюда приехать. Здесь заодно тряхануть бабки. Тряхануть бабки. Так, целька поедет тогда сюда. За городом. Уже приехала. Быстро приехала. Быстро приехала. Так, настало время огров, что ли? Давай попробуем. Можно без лучников сразу прыгнуть, купить в орду. Небольшой, можно попробовать залезть. Большой, наверное, не полезем. В большом риск немножко нам пиздюлиться.
Не, большой. Большой, наверное, не будем запрыгивать. Что-то цикотно. Что-то цикотно. Так, конюшни сразу бахнуть. Конюшни. Да, наверное, конюшни. Где коня слили? А, на пробивке нычки ангелов. Там 58 грейжных мух был. Мухи съели, да, получается. Так и есть. Все так. Ну сюда встанем, тогда Монька, может, Моньку будем качать. Так, ну здесь сейчас все съедает Хардач. К концу чекает, наверное. Да. Его надо, по идее, прокачать. Так. Что же делать, что же делать? Этих как бить? Или не бить? Сдать героя здесь или не сдать? Можно еще одних лошадочек взять. Вот с лошадочками, наверное, будет неплохо. С лошадочками можно и, наверное, вот это взять. А вот без лошадочек как-то тускло выглядит. Так, я же окошко закрыл, а то что-то комары, блядь, заебали. Откуда они берутся? Через москитную сетку уже пролетают. С Некой, ну... Тут, во-первых, нужно где-то маны будет заправлять. Не, мух не было никогда. Вот комары всегда стандартно. Откуда они, главное, появляются, вообще непонятно. Я открываю окно только днем, когда солнце светит. Я уже вечером, все, вечер наступает, я уже закрываю, пофиг, там сетка, не сетка. Берутся, через сетку, что ли, просачивают. Какой-то next level от комаров. Попади в квартиру через сетку москитную, да? Так, а у нас на габанке есть? На габанке. Блин, на габанков не вижу. Это хуже. Пятика, турнир Аватар. Это чей турик? Турнир Аватар — это организаторы Вукоша и Лампа РПГ. Они замутили. Там прям вообще дохренища народу участвует. 128 человек, если не ошибаюсь. Но после первого тура останется 64. Вот, 64 человека, и уже будет БО3 со второго тура. Короче, у нас на второй тур соперник Веник. Ну, я, если я правильно прочитал его ник. Сейчас я скину. По-моему, это Веник. Или не Веник, сейчас. Сейчас я напишу, как его ник пишет. Ну, я прочитал, что это Веник. Не Веник? Второй тур будут ролить, да ладно. Серьезно, ролить? А по-моему, там сетку объединять. Мне Вукоша написал, что
Надо будет сетку поправить. Мы хотим, чтобы закончился первый тур. Поправить. И начался второй, чтобы не было сбоев. Короче, он попросил подождать, и будет объединение сетки, я так понял. А, лампа сказал, что будут ролить, не знаю. Вот, короче, у меня такая информация, я так понял, что... Тогда в любом случае ждем. Значит, будет тот, кто будет. Плохо, что второй левел могли каких-нибудь 60 арбов дать. 60 арбов вообще бомба была. Или 60 пик. 60 пик на самом деле, просто мы бы в улик залетали. И брали бы улик большой. То есть на 8, либо на 12 виверн. Так, деревяхи еще заканчиваются. На деревяху, да, где-то забрать. Здесь надо будет собирать. Так, ну что, Лорд Харт у нас готов к повышению. По идее, в крипте он уровень, да, получит. Ну, кстати, если здесь минималочка, минималочку берем сразу. И радуемся, да, у нас два ангела. И с двумя ангелами можно будет, я думаю, залетать. Но это не точно. Или нельзя? Можно вообще залететь с армагом, да. На гномах. Ура, да. В атаку гномы. Двадцать четыре. Блин, мини-склепы напрягают уже. Так, Лорд Харт, красава. Что там у нас? Блин, ГМ, да? Для ГМа дерево нужно. Того, ты тут не дерево случайно нашел? Сталактит тоже нужен. Вон здесь.
Не, у меня аж две концы. То, что я вниз не побежал, это прям очень плохо. И это прям очень плохо. Так, ну что, будем мы брать? Ну, по идее, должны брать, да? Должны или не должны? И сначала вот здесь что-то забрать. Если здесь большого размера. Будут у нас проблемы. Непонятно. Понятно. Так, ну то, что там все вычищать надо прям вообще 100%. Три эльфа точно не нужны. Давай попробуем на Валеске. Валеска, по идее, должна там побеждать. Или в минималке. Так, ну вроде неплохо берется, морали нету, повезло. Или бы морали было бы не очень приятно. Опа, вот и земель, да? А вот и главбух нарисовался. Здорово, кот. И главбух нарисовался, и кот ворвался, да? Кот, ты случайно не главбух?
Хотя... Армагеддон, да? Повезло там. Вот повезло там. О, еще одна, кстати. Вот одна, это хорошо. Дорога мне не нравится. Архи будут? Ну, должны быть, мы же заказ лагеряем. Мы хотим архов за кастл, правильно? Кинг раздал, да ладно. Кажешь, что же? Инк раздал. На прухал еще скажи. Кстати, Монера можно взять, Мечку Ангелов. Попробовать. Вроде доходим, да? 382. 5 клеток, да? 4. Так, а здесь заход? Или нужно там наискосок бить? Уверен. Чё-то не ясно. Не, мы, наверное, по-другому поступим. Посмотрим, сколько там. 5, может, тут... А, тут город рядом, отлично. Какие? Так, ослов есть у нас? Можно здесь пополниться сразу, да? Да, наверное, так и сделаем. Так, для этого нам нужен здесь герой, например, он. Можно скупить вот это. Блин, а вот это я когда возьму? Вот это вот. Уже все брать надо. Так, ты у нас на конюшенной? Блин, кальт ни хера не на конюшенной. Проблема. Небольшая, но проблема. Так, а кальт... Вообще вывезет. Блин. Что там у нас проблема? Так, где он?
Где он? Где он? Да? Так, тут мы все собрали. Вниз никто не бегал. Так, вниз никто не бегал. Здесь никто ничего не собирал. Так, а Валеска тут в тупике получается, да? Давай, пусть этого будет мана. Так, вот этого, наверное, тоже мы с собой берем. Хотя вот это можно. Так, куда мы хотим пойти? Да? Смотреть, что там. Нету рынок, кстати, рынок бы этот отбить. Рынок — это хорошо, рынок — это архив, походу. Да, возможные. Блин, ну медленно тут все будет, это точно. Не особо видно каких-то многобанков. Многобанки бы не помешали. Хотя бы один. Тысяч на 8. Хотя бы один тысяч на 8. Не, ну или можем просто выйти на ангелах. Там, когда, допустим, здесь все позабирать. Здесь все позабирать, разбиться, собрать вот это. Не знаю, если он заэкспертит землю, то он, по идее, изи выходит. Но он выходит же вряд ли на 1-2-1. А на 1-2-1, по идее, можно архангелов придумать, да? 1-1-7 это фиаско. А, фиаско что? Выходить 1-1-7 фиаско? Или то, что у нас на 1-1-7 армии нету фиаско? Или то, что у нас консы не собраны? У нас тут много проблем, на самом деле. Проблем много. Улики недобраны еще. Можно было на ангеле попробовать полить. Так, сейчас посмотрим, как проход к рынку охраняется и охраняется ли. Как-то страшно, по идее, если его пробить. Что там страшное такое рассказываешь? Стартами? Какими стартами? И если, ну смотри, я тебе могу так рассказать. Джебус, насколько бы он ни был линеен, да, и простой, есть какие-то, можно сказать, общепринятые, возможно, кем-то, когда-то, утвержденные, непонятно кем и когда, правда,
что, допустим, 1.1.6 там выход это нормально, да? Или 1.1.7 это выход там уже, ну так себе, да? Или там 1.1.2.1 это плохой выход, блять. Это на самом деле не под каждый расклад можно применить. Во-первых, каждый расклад индивидуален, да? То есть может такой расклад создать, что ты на 1.2.1, ну просто хер выйдешь, ну просто это будет нереально. Либо ты выйдешь, если это будет именно принципиальный выход, но ты останешься без ничего, да? Это уже такой выход не считается выходом, это раз. Вот. Применяться к ситуации, ну то есть может куча всякой херни. То, что перспектив нету. Перспективы на самом деле есть. Вот, это большая армия, ну, то есть большой стек архов. Это в любом случае, то есть, хорошая, ну, хороший задел, то есть, две концы, две большие концы. Это минимум на 5, две нычки, это минимум 8, да, 8 плюс 5, это 13. То есть, 13 архов, да, то есть, это перспектива. Ну, то есть, я считаю, что это перспектива. Ты написал, что нет перспектив, но не соглашусь. Говорю, что 13 архов это перспектива. Выхода быстрого не получается, да, потому что тут непонятно с чего начать. Возможно, можно было рискнуть сюда залезть, но можно было слиться. Можно было героя сдать, я этого не стал делать. У соперника может быть ситуация зеркальная. Во-первых, это была сдачка на удачку. Вот. Так что... Нет такого, что там, блядь, если ты не вышел там на 1.1.6 или 1.1.7, все, пиздец, все в говне, мы просрали, там оп ждет тебя со взрывом там, да. Ну, надо к этому проще относиться. В любом случае здесь элемент рандома присутствует. И могут сдать так, что ты действительно, да, будешь выходить, и тебя там будут ждать со взрывом. И ты от этого, блядь, ну никак не денешься, хоть ты там прокопаешь себе дорогу через альтернативное ГО там, да. И будешь что-то там пыжиться. А там просто будет какой-то обзор центра, тебя будут видеть и тебя принимают. Если это суждено такому случиться, это случится. Ну не нужно жопу из этого рвать или как-то восклицать, сотрясать воздух. Ой, блин, до нас сейчас это... Ну блин, такое может быть. Такое может случиться. Поэтому все зря этот воздух сотрясать, как говорится. Будем действовать по ситуации. Будет такая ситуация, будем относительно нее играть. Женек, спасибо за рейд. Всем доброго вечера или уже доброй ночи, да? Мы тут рассуждаем на тему чила на респе. Вот мы чилим на респе. Где архов нету пока. Даже ангелов пока нету. Мы чисто на архов пришли посмотреть, но тогда еще пару ходов придется подождать. Да, но это же этот, это вызов. Ну, в смысле. Он же за баллы канала вызвал нас на дуэль. Он накопил 200к баллов и сказал, все, будем побеждать стримера. Я смотрю, как раз он свободен в лобби. Я ему, что, когда хотел? Он говорит, гоу, сейчас. Я говорю, ну гоу, поехали. Сколько баллов это стоило? 200к. Какой торг? Да торг-то, в принципе, несложный. Короче. Там какой-то флакс был, я его заролил. Короче, я ему продал в паре замок данж 3700, а он мне цвет за 1700 продал. Вот. В итоге откат получился 1500 с учетом этого, да? Моего ролла. Когда уже випка будет за 500 кабалов? У тебя есть 500 кабалов?
О, предлагает продлить. Это хороший знак. Это гоу. Это гоу. Так. 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 Блин. Ой, какая халява. Главное вывести. Вот главное вы. А, ну вроде нормально должно быть, да? Почти вывозим. Блин, не хватает, серьезно, кстати. А, не хватает, да? Только здесь лежит горшки, я подберу. А, ну все, только песок, да. Ну песок придется подбирать. Там что, валеску сюда гнать, что ли? А, как говорится, для хороших людей и випку не жалко. Так, ну что, нам чуть-чуть денег надо, да? Блин, лордыч. Лордыч, хардыч. Вот я не помню, сколько там этому... А вот помню. Блин, и оба нужны, видно. Михаил Монта. Сейчас все начинает передергивать. Здорово. Здорово, Леонид. Леонид, привет. Так. Угу. Есть чуйка по недовозу. Небольшая такая чуйка. Так, сколько этот бегает? 760, а этот... Блин, это 1000 бегает. Так, ну чё? Чё по поводу улика? Блин, улик, улик, улик. Улики, улики. Так. Ну, если максимальный, там... Не знаю. Мне кажется, может быть больно. Будет ли больно в максимальном? Да, блять, по-любому будет. Это сразу умирает. Это сразу умирает. Конь там... Не, больно будет.
Зачем нам эти проблемы, спрашиваю? Максимальных не бывает. Вот, к сожалению, бывает. Плашу. Так, а Сварда за что убили? Так, ну здесь, по идее, этих должны бахнуть. И гоп здесь. Считаем, что не выпросил, а подарили. Спасибо. Ха-ха, тебе спасибо. Так. Так, ну вроде нормально, да? Так, до города. Доходим ли мы до города? Доходим, отлично. Это хорошие новости. Так, а здесь нас ждет Циля. Циля, Циля. Так, манер. Манер. Готов манер. Манер как пионер. Так, ну будем защищаться от пасисов. Ого. Угу. Нифига себе. Автобой. Я даже спорить не буду. Подковку не одел, да. Так, мы чё? Минус пики, да? Минус пики, мены. Ну и хрен с ними. Поделать. Фишки-то у нас нет. Хера себе, потери. Или он коня будет бить сразу. Не, ангел, ты же не дурак, ты будешь наверняка вот это бить. Молодец. Так. Опа, на, дратуйте. Так, а почему 5 лучников теряем? Сколько, 5? Да ладно, жалко что. 5, так 5 чё. Так, а вот тут вопрос, а вот тут вопрос. Ну вот тут вопрос, однако. Нужны ли нам утки? Не нужны ли нам лучники? 50-99. Ну сколько их там будет? Четвертого того уровня. Ну штук 60, наверное, да? 60 медуз. 50 медуз. А у нас книжки нету. Зато минус 3 удачи. Или все-таки поделить ангелов? Семьдесят пять медуз, блядь. Согласен. Так-то я не против был. Кто там? Кто это лежит? Это что за уголок такой, я не понял.
Что за подкрутка пошла тут? Не, ну это что-то... Это что-то с чем-то, конечно. Тут разбиваться надо, получается. Щиты подрубил, делает вид, что не понимает, что происходит, да? Блин, ну это хорошие статы будут, да? А кто-то говорил, перспектив нету, выход... Выход плохой. Напрухал, говорит. Там еще наги негрейженные. Причем тремя ангелами их заберем, и вот этой армией. Херня, надо КЗ, да? Так, ну кстати, вот за счет этих артефактов мы тут можем нормально так раскрутиться. Можем даже какие-то хорошие объекты забирать, типа вампирников. Правда, он один и далеко. Но это уже другая история. Нагабанка тут реально не хватает, какого-то хорошего нагабанка. У нас две концы есть, две концы, и там минимум 5 ангелов. Здесь минимум 3, здесь минимум 2. На архов денег нету? Да, конечно, нету. У нас лорд Харт, сволочь, не качнулся. Как надо, всего лишь 500 монет приносит. А мог 1000 приносить, то есть потери, да, сколько? Вот этот вообще не качнулся, но мы его и не качали. Но это тоже другая история. Тога тоже мог приносить 1000, но приносит всего 250. То есть мы, получается, суммарно за 5 дней, ну где-то получается 2500 каждый день теряли, да? 2500. Ну, то есть 750. А нет, полторы, нет, 2000. Короче, десятку мы потеряли. Недополученная прибыль, вот точно, недополученная прибыль получилась. 2000 это с учетом 7 дня, то есть мы где-то 10 тысяч недополучили с этих героев. А это, между прочим, половина грейда архов, вот. Вот, собственно, где ошибочка получилась. Не докачали героев. Докачали героев бы, тогда бы все хорошо было. Главное, книжку ему не забыть купить. Книжку надо не забыть. Так. Вопрос, успеем ли мы этот крипт забрать? Как же профессионально был найден этот меч? На самом деле, я искал разбивку. Я просто видел, что там есть проход, да? То есть я рассчитывал на разбивку. То есть я думал, что сейчас этот... так, краешек. Когда увидел это, понятно, что это было что-то интересное. Вот. Так, а щит тут тоже, щит с мечом рядом лежали. А кто смотрел вчера игру, мы играли с этим? Я забыл ник. За Рампарт играли. Короче, за Рампарт сыграли соперник. Коч Джекич, да. Коч Джекич, вот. Короче, у нас вообще пустой респ за Рампарт, ну просто ни хрена нету. Мы там даблу Рампарта строим. И, короче, на пятый день, ну, как бы, мувы оставались у героя, побежали вот буквально от дороги, примерно пробежали вот как до крипта. От дороги до крипта увидели рыб, увидели, что-то охраняют рыбы, шажовщики сделали, и там чайничек лежал. Блин, это как этот чайник помог нам, просто огонь. В итоге с пустого респа на 1.16 вышли с разгоном. До центрального не добежали. Ну, кстати, он видит нас уже, да? Вернее, будет видеть. Ну, в любом случае, у нас выход будет поздний. То есть где-то 1-2-2. Выиграли, да, выиграли. Ну, там у соперника совсем все было люто. В плане того, что он за болото играл, а у него орда султанов ритов на ГО. Вот. Причем он их видел на второй день точно и мог взять рестарт, но по какой-то причине не взял.
КЗ и КО за легкими охранами. Бывает такое, что? Бывает иногда зарестишь, да, там расклад. Нет, и мы когда вчера плюсовали за ромбард, за пустой, у нас были четкие аргументы, почему мы плюсуем. У нас была нереально крутая стартовая армия, три своих героя. То есть два со старта своих и один в тюремный свой. Легкое ГО, негрейженные котики, очень близкое ГО. Хорошая разбежка, денег много. Плюс 2 хп, скляночка была. Но вообще 0 объектов было, просто 0. То есть и была мысль, что мы же что-то найдем по-любому. Это что-то по-любому, только дабла ромбарда была. Он на первый день взял 8 уток и к концу единицу увидел 3 ол, латы за слабое. А, он увидел артефакты эти, да? Но все равно, не знаю. Султаны это минус лицо, если ты не видишь. А как он планировал пробивать султанов? Как я понял, я просто не смотрел сейвы потом. Он пробил султанов, и у него там ни хрена не осталось. У него уже были какие-то мысли, как он их будет пробивать. Просто вот он армию, которую нам показал после того, как... Ну, то есть, сколько там у него... Сколько-то, я не помню, там... 4 гиганта, что ли, и 2 утки он нам показал. Что-то такое. Короче, он нам показал армию, по-моему, 4 гиганта и 2 утки. Удивился, думаю, он там с такой армией что-то пыжится в центре. Султаны на мухах не замедляются. Замедляются, но смотри. Чтобы замедлять султанов на мухах, нужны стрелки. Вернее, чтобы убивать султанов без проблем, нужны стрелки. То есть, если у тебя против султанов, против орды султанов нету стрелков, то ты по-любому будешь обжигаться об их щит. Чтобы убить 50 плюс султанов, нужно по этому щиту нормально напихать. Вот. И ответка полтинника султанов будет прикольная. Ну, то есть, там потери будут хорошие только от одного щита. Не было замедла, все равно. Ну, тогда вообще поплава. Защита от огня, да. Защита от огня помогает. Но он бил бестмастером, этим, Дрейконом. Дрейкон не может получить огонь, если только не по... Ну, то есть, если только хатка с огнем. По-моему, в шкалере еще может получить и в хатке с огнем. Не знаю, я бы на месте, наверное, его точно султанов бы рестил. Но можно на один стек не обязательно экспертить. Ну да, будет этот урон в 2 раза меньше, да, согласен. Так, ну что получается? 1400. Так, ну тогда что? Рисковать будем. Надо главное, чтобы этих всех марков не убили. Забираем меч. Разбиваемся на арбах. Улики. Улик добирает целька. Тогда отдаемся сюда. Дальше едем. Добираем бабки по максимуму, да? Еще в портале купить нужно ангела как-то. Как мы это сделаем? Да, ох, сейчас закончится 1.17. Так, еще остался чай. Такс.
Такс. А там Гладиус, походу, да? Интри. Блин, тут шахта золотая. Шахта золотая. Куда поползла? Так, сколько я там наносил? 200 сколько? Как же артефакт этот божит просто вместе со щитом. Бомба. Блин, главная манера сейчас тут не слить. Тут что-то как-то такое себе будет. Мы же можем его слить на моралях? Две морали, если поймаем, да, это хана будет. Семьсот 80 тысяч остается. Блин, на глазок тут не очень. А тут что? Есть ангел. Здесь три ангела. Так, ну что, Нилкой можно забрать улей, да, вот это. Так, денег. Надо. Еще одного ангела. Можно ей забрать здесь дальше, да? Девятнадцатый деф. Бабок нет. Торговать пришло время.
куча кристаллов, да? Главное тут виверн по максимуму. Так, у нас лечения нет. Лечение, ну и хер с ним. Он все равно вылетает. Так, ангелом. Тринадцать, да? Ну сколько они там есть? Виверну. Здорово, Александр. Фига себе, кач. Нифига себе. Так, Тога. Посидит на месте. Манер сидит. Надо вот это, да, пробить. Да, как-то переместиться. Блин, я не знаю, как тут архов делать. Архи. Фига в него. Не выходят архи по деньгам. Ну, сюда надо куда-то ехать, что-то искать здесь. Идея, это единственный шанс. Так, ну этот торгуется, получается. Да, он слева, да? Нам нужно сейчас вывести, во-первых. Кого-то удалить придет. Надеюсь, это не Нила будет. Как бы я не хотел, да. Так, вот здесь бабки. Здесь ангел. Здесь ангел. Так, Лорд Харт, наверное, забежит. Да? Берет армию, наверное, вот так сделал. Так, Тирис, блин, а Тирис на конюшне. Тирис на конюшне, кстати, может вот это забрать. Да, наверное, Тирис мы не будем угонять. То есть. Так, Валеска, Валеска. Можно тупо на удачу налево побежать. Здесь кроме башни очевидно нет ни хера. Можно тупо вниз побежать. А, тут нихуя нету. Сапоги, кстати. Не, ну сапоги хорошая штука. Удалять будем.
Кого-то по-любому будем. Можно, кстати, еще перестройку замутить. Че, стрелочки нету, да? Заебись. Ну, значит, будем без архов выходить. И наши. Какие у нас варианты? Никаких. Так получается. А масло докачать? Хороший, да? Хорошее замечание. Сейчас я даже не посмотрел, сколько там нужно опыта докачать. Сейчас гляну. Можно было здесь, да, докачать? Блин, да, надо. Да, на улике докачал бы. Кстати, да, может быть. Быть стоило, кстати. Обзорка, а что она дает, обзорка в карту? В принципе, можно с количеством ангелом таким и бить без этого, без масла. Да? В смысле, без экспертного. Так, этого ангела мы вывести сможем, да? Вот этого ангела вывозим. Или нет, этого мы не вывозим, да? Этот совсем далеко. Если этого вывозим, тогда этот деньги не собирает. Блин, а это важно, потому что проще вот эту концу вывести. Или не проще? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, этот бегает 200. 600. Обратно идет. Полез коней на конюшню. Лорд Хард зато на конюшню. Бля, как... Криво, да, это конца. Было все-таки кого-то сюда заслать поближе. Здесь этот ангел. 200. Пусков там. Через верх нельзя, тут нет прохода.
Время для опыта, ну, по-моему, нет. Так, Геон без конюшни, мы это точно не вывезем. Так, а мы здесь всех скупили, да, в городе? А в городе все. Или что у нас получается по ангелам? 8, 9. 9 ангелов, да, в наличии? 9 в наличии. 10 можем докупить. И здесь еще взять минимум 2, да? То есть 12 ангелов и минимум 18 утр. Правильно? Вот такова наша армия. Это надо как-то этот, ну прям это очень тяжело вывозится. Уж здесь 600, блин, прям тут героя 3 надо, наверное. А на глазок манер прям до хера пробежит прям до центра. В центре могут деньги понадобиться. В центре ли опа, хрен его знает. Вроде как нет. Ну, городов у него, во всяком случае, не прибавилось. Так, здесь косарь еще, да, можно взять. Чисто теоретически. Косарик тут. Так, здесь бабки соберем. Здесь соберем. И вот сюда можно заехать. Так, Харт сюда не заедет. 892. Кстати, Харт может сюда заехать. Взять вот это и заехать сюда. Еще бабки. Этот собирает, собирает. Этот довозит до этой. Так, ну-ка. 300. Да не, он просто сюда заходит. Без того. А, до Вестова, однако. Он быстро заканчивает. Увы, своим. Говорит о том, что у данжа тоже не все в порядке. То есть нет какого-то лютого темпа. Как обычно бывает на Джебусе за данж. Нету полтинника савиных уток. Архи были? Где архи? Где архи? Не, архов нету. Думаешь, как бы этот добрать все, что есть, архов. Для архов утопа нужна. Причем еще и не маленькая. Троечка нужна утопа, чтобы архов сделать. Любая другая тоже не хватит. Я думал, какие-то многобанки, может, где-нибудь наролим что-нибудь там через рынок. Можно все. Сложно, сложно. Через рынок. Я не помню, что за шаблон был в соде.
В соде был какой-то шаблон. То ли тимворк, то ли какой-то. Короче, какая-то такая шляпа. Тимворк, по-моему, он 2 на 2 игрался. Ну что-то мне кажется, что это что-то похожее на тимворк. В общем, там кастл. В общем, там кастл. Строил архов. И за счет рынков, ой, за счет кучи ресурсов и внешнего рынка на 1-2-1 получались архи. Если есть какие-то консочки, они берутся и превращаются в архов. И просто кастл за счет того, что у него архи, пробивает ГО, а там ГО такое же сильное, как на Джебусе, охрана между игроками. И просто убивает этими архами оппонента. И просто ничего нельзя сделать против этого. То есть там куча денег. Реализация постройки может быть, ну то есть, какая угодно. А какой замок за счет отстройки там тир 7, да? Может как-то этот, только кастл. Если есть консы, это вообще имба, и как никак не законтрить. Потом решили как-то это, то ли банить кастл, что ли там, что-то такое. Не помню уже, не буду додумывать. Но вот был такой шаблон на соде. По-моему, тимворк назывался. Короче, там архи строились за счет внешнего рынка. То есть куча ресурсов добывается. И просто эта куча ресурсов уходит. Ну, то есть, типа, можно было все ресурсы, и с учетом того, что еще и на архов останется, да, там, на ресурсах тысяч там 20-25 сделать вообще на изи. Вот. То есть, не проблема поменять ресов тысяч на 20. Но... Ну, кстати, на довольно таких богатых джебусов тоже, я думаю, такое можно провернуть. У нас просто такой респ не особо богат на какие-то эти. Тут за счет гномников у нас кристаллов много было. То есть кристальная шахта у нас тут там была, или склад кристаллов. Да еще, кстати, тут валяется, мы не подбирали. Много всего. Кстати, он там доходился. Ифритов будешь бить после ГО? Ифритов бить после ГО, я чё? С головой что ли не дружу? Зачем мне ифритов-то бить? Так. Вдруг испугаются. Их 50-99. Ну, их там на первой неделе было, по-моему, 20. Ну, то есть их 50. 50 их эфри... Ну, 50 султанов это боль. Во-первых, у нас нет первой скорости против них. Это раз. Второе. У нас нет стрелков против них. Это два. И то есть они там... Не, то, что мы их победим... То, что мы их победим, это даже нет сомнения. Вопрос, сколько мы там оставим и ради чего мы это оставим. Да, тут есть щит и лоте, но я не вижу оснований ради вот этих артефактов нести такие огромные потери. Поэтому это просто скипается. С архами забирается без проблем, но без архов сюда лезть это бред. Ну так, на минуточку. Архами, да, без архов, ну его нахер. Зачем нам эти проблемы, как говорится? На призывах можно? Угу. На призывах. Так, давай-ка я сейчас открою книгу. Так, у меня тут призыв. Какой у меня тут есть призыв? Призыв каменной кожи, призыв замедления или... Призыв диспела, блять. Каким призывом их хуярить? А, призыв блеса, понял.
Защита от огня, да нет. Спасибо, в следующий раз. Призыв пупка. А пупок устраняет ифритов с дороги, что ли, или что? Или может подсказать, как вместо 4 ангелов просрать 3? Так. Раз чилим, расскажи, как бить ифритов, что с ответки не убили ангела. Я еще раз повторяю, против ифритов у нас нету первой скорости, блядь. Нападать на них бредово. То есть я вот представляете, да, у меня нету тактики, нету первой скорости, я нападаю на них, а они со своей 13 скоростью просто летят на лицо и пиздят всех, вот просто вот. Видят, ангел стоит по прямой у них. Они летят его и пиздят. Возможно, не убивают. Ангелы бьют в ответ. И обжигают сообщит. Издыхает один ангел. Вот примерно такой расклад будет. Ифриты недобрые, конечно, недобрые. Ифриты, это же огненные джинны, злые, злые огненные джинны. Огненные джинны. Торги были? Торги были отличные. За 3700 продали город, а нам за 1700 цвет продали. Так, ну чё, поехали, поехали. Ну, вроде они там пересекаются, да, как? Ух ты, пересек. Ой, как... Ну чё, давай максималочку нам. Напрухаем максималочкой.
Хрен нам они, Максим. О, давай бабки. Хотя все равно сейчас удалим, наверное. Сколько? Тысяч... А, 1500. Ну ладно. Тут годно, годно. Очень годно. Вон. Так, Тога, покажи, как ты умеешь бегать. Тога, красавчик. Ай да Тога, ай да красавчик. Ну чё, этого ангела тоже вывозим, что ли? Или хер с ним? Возим. Всех вывозим и завозим. Итогу выгоняем, да, получается? А, стоп, или она обратно вернет? Вернется обратно. Да, получается, не выгоняем то. Тога хороший. О, Лина. Лина это очень хороший герой. Так. Так, а что у нас по единичкам, кстати? И с единичками у нас, по-моему, проблемы, да? Так, ну вот так пойдем пробивать мы. Да? Котиков. Так, лечение есть, замедло есть, погнали. Так, минус ангел не пойдет. Летают, этих сразу замедляем. Да мы их шотаем вообще в говнище. Так, о, фосфайт, армор, сюда, амана, пойдет. Архи, здорово. Архи. Здорово. Архи, здорово, там еще кто-то, да, титаны. Не, ну архов-то немного. Единственное, что единички закончили. Но можем довести. Не, надо довести. Надо. Довозить, походу, надо. Полеска ты была хороша. Полеску нет. Все-таки Тогу. Тога, сорян. Так, нам нужны вот эти вот. А что, все? Денег нет? Архи нам будут только сниться. Так, ну походу мы поделим ангелов. Три утки, не-не-не-не-не. С Баликом? Да, наверное, с Баликом надо было. Уже купить.
Гриндос. Ой, какой хороший гриндос. Может он сейчас гриндос? А вот эту тюрьму открою. Сможет же, да, он справиться с кучей никсов. Или уток взять на всякий случай, вдруг там пиздец какой-то будет лютый. Четыре атаки, и чё? Думаешь, мы плохо? А так плохи с четвертой атакой? Там герой хороший. Так, Валеска, Лорд Харт, Нила, Геон. Топормагер, да, кстати. Топормагер, однако. Ну, Валеска получается. Там 90. Так много там. Мы уток. Вообще нет дамаги. Мама. Ну, армак случайно не дать. Мы туда. На юг летим. Блин, долетают же, да? Херово. Карты не судьба была взять, но не судьба получше. Взял. Я думал, вообще могу не найти. Там же идти. Артефакт брать. Минус уток будет много. Блин, утки не долетают, да? Главное, чтобы они не морались, пока я этой фейкой их водить буду. Ой, зажали? Нет? Да, зажали. Херово. Надо сюда их отманивать тогда. И хилки нету, да, к сожалению. Была бы хилка, вообще изи-бой, конечно. Но я думаю, они особо ангелом-то не будут пробивать 20-й деф с шилдой. Но полтинник хуячит. Полтинник, больно. Полтинник, это, скажем так, неприятно. Да, тогда опять подставляем уточку и держитесь. Ладно, немного не критично. Хорошо, еще морали нету. Были бы морали, побожище. Так, минус полтинник. Ну, вроде нормально, уже пробиваем.
Нормально. Минус одна утка всего. Легким испугом отделались. Как... Тут город, да? Ты кто? И почему здесь драконы? О-о-о! Нихера себе, блядь. Нихера себе. Так. Хороший танк. Блин, дракон какого-то хера тут стоят. Нам драконы не нравятся. Ну, ладно, их немного. Блин, вот сейчас бы мне этот город бы забрать. А, еще тюрьма. Понял, хорошо, не вопрос. Ну тюрьма так тюрьма. Я только хотел пожаловаться, что денег нет на героя. А тут герой здесь сидит. Думаю, блин, как же мне этот быть-то? Как же быть-то? Хороший улик. Можно, кстати, сразу ГО это пробить. О, Веронец, здорово. Кстати, там руины, это бабки, да? Можно сразу бабок там разведать обстановку. Блин, как-то я расставился. Самое главное, случайно не армажнуть. А тут сразу минус три ангела. Наги. Ох уж эти наги. Ой, ой, что это здесь? А что это здесь такое лежит? Здорово. Берем. Вообще и заберем. Так, деньги нужны, да? Ну, короче, где-то плакали наши архи, блядь. Нам так получится. Так, у нас, кстати, вот это может выйти и пособирать кристаллики. Блин, увольнять я не хочу денежных героев. Но кого-то точно надо уволить. Ой-ой-ой, стой. Блин. Так, дерево не... Здесь бабки. Ой-ой-ой. Бабки. Шесть тысяч, кстати, шесть. Руины есть. Давай-ка там попробуем что-то. Хрена с баликом. Хренового балика.
Покажите на уху. Уху. Так. Так. Я не дам. Ивар, кстати, далеко бегает. Ивар на зомбаке остался статежный. Так, ну, есть деньги, да? Так, ну это минус сутки у нас будут, ну а чё поделать? Пешка того стоит. Укуси. А, стоп, у нас же здесь машина еще какая-то. А. Нифига, это значит, это вот берем ангелов поделим. А, и вот так надо. Минус две утки. Не согласны. Вообще не согласны. Шок отдай, да я его сам одену. Да и ладно. О, еще сейчас тпшнемся и ману восполним, да? Оп, оп. Здорово. Здорово. Ну чё, это домой ехаем. Пополняем ману дома. Так, уж. Так, а там покупаем героя, да? Покупаем вот это. Покупаем её в центр. Куда она не добежит. Короче, как-то так пока. Вот. Вот был такой насыщенный, кстати. Сколько ништяков в центре отбили. КЗ взяли. На соседний рез пробились. Вот с КЗ теперь можно и султанов побить. Можно даже гринданом. Сколько у него резюректа будет? Сколько у гриндана будет резюректа? Пятьдесят три маны. Массовое замедление и три резюректа. Мне кажется, этого хватит. Архов жалко. Понимаю. Поделать жизнь такая. Жалко архов. Может, еще не все потеряно? Так, здесь мы ангела выкупили. А вот здесь не выкупали. Короче, массовое замедление делаем, да, после того, как они нам будут... Ну, тут можно просто нападать на 12 ангелах на единичках. И изи забирать. А щит, а какой щит?
А, типа щит давать? А у него же нет щита. Можно ресом, да? Можно за счет призыва, да? У него же этого... У меня ж в свитке разве было? Был свиток? Не, у меня ж свиток. Так ему ж переучить надо, это шкаляр нужен. КЗ. А, ты имеешь в виду щит обычный, что ли? Это шилда, да, да какого хера она нужна? Если есть три резюректа. Деф? Нет, конечно. Зависит от количества ифритов. Чем больше ифритов, тем больше тебя обожжет. Ну, то есть, соответственно, щит с одного ифрита из 10 ифритов отличается в 10 раз. Вроде по количеству выбитых хп, ну плюс это тоже. Ну смотри, ты хочешь сказать, что 100 архангелов, да, будут бить по одному ифриту и отлетят, и отлетит там 5 архов, что ли? Ну ты так думаешь? То есть, если один арх ударит, да, по этому, по одному ифриту, или 100 архов ударит, думаешь, сколько-то архов, что ли, умрет? Нет, 90 же максимум хп. Блин, давайте механику этого щита посчитаем. Как он там дамажит. Вот просто сейчас откроем этот калькулятор. Зайдем в магию. Так, огненный щит. А вообще лучше в физмик заходить. 20%. Короче, у ифритов продвинутый, да? 20. 25% милли ретурн. 25%. Ну, то есть у ифритов, по-моему, вот как раз продвинутый щит. То есть 25% милли ретурн. Это что получается? А, ну да, ретурн это возврат. Возврат получается 25. Ну, короче, там есть ограничение по хп. По количеству, да, самих. И 25% возвращается. Да, 25% вернет, но есть ограничение. То есть он не может прям до херища вернуть. То есть по ифритам там нужно физмик смотреть. Я не знаю, сколько один ифрит может максимум тебя закоцать. Но 90, по-моему, не может. 90 это какой-то мега борщ. То есть у этого 25% милли ретурн есть потолок. То есть он не может тебе там прям столько... 25% возврат ближнего боя. Да, 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 я еще раз говорю. По ифритам есть потолок. Ну, то есть один ифрит тебя не может захерачить намного. Вон, Том Кукуруз нам предлагает такую арифметику. Типа, от одного ифрита может максимум вот столько быть, да? И, если честно, я не знаю детально. Никогда не считал. То есть, 18 получается. И... Это что получается? 22,5, что ли? Может быть, не знаю точно. Не могу сказать. Можно в бою посчитать? Ну, давайте попробуем. Почти.
Когда шоты, щит сработает, конечно, сработает. Кому интересно, 328 страница физмига. Блин, как что-то в лом туда лезть, если... Так, вот это колечко мы не забрали, это плохо, но иначе мы ТП-шнуться не успевали. А ТП-шнуться было важно. Не, ну конечно выход тут с тюрьмами вообще фартанул, с учетом того, что бабок не было. Вон там нам на инглише там захерачили. Видимо, что-то полезное. Так, а у этого что у нас? Кстати, это тоже может пробить спокойно. Эхо. И Гриндан может, и этот пробить может, да? Прикольно. Но это, кстати, может что-то в центре поделать, у него так-то лого экспертное. Он может что-то здесь забрать, например, если здесь попа какая, да? А, кстати, там оппонент центр не хочет. Может, он подумал, что мы в центре и не идет центр, поэтому из-за этого так. Боится, может? Может, он слегка подсыкивает в центр выходить? Можем просмотр дать, может. Просмотр есть. Так, а я уволил, да, здесь конюшного... А, нет, не уволил, хорошо. Прекрасно. А это прекрасно. Спать охота, а оп задушнился. В плане чего задушнился? Оп играет, как играет. Если ты хочешь спать, так иди спи. Тут игра может еще часа 2-3 идти. Соперник нам показывал 21-ю атаку, это было 2 дня назад. На Шахтере. Правда, остальные параметры были не очень, но 21-я атака была зафиксирована. Вот, поэтому там может быть, ну, даже не...
Также может быть не темпово, правда, да? Вот у нас расклад не темповый, но он такой. Получается, мы вышли и сразу тут усилились очень мощно, да? То есть вот сейчас у нас уже ситуация для 1-2-2, в принципе, я бы не сказал, что там плохая какая-то, да? У нас есть КЗ, у нас есть статы, у нас есть хороший стек ангелов, даже уток 20-ка получилось. Вот. В перспективе их можно загрейдить, грейжены, это вообще будет топку, да, но вот пока не видим. Пока мы только чуть-чуть вышли в центр. Если мы добежим... Кстати, центр прям вообще рядом, по идее. По идее, так, если по мини-карте. То... Лабета должна доставать до центра. Вот, и в целом... Манерка может туда такой... Вот такие дела. Так, главное здесь этот уток не брать с собой. Возьмем, наверное, сварду. Сварду и этих лукарей. Вот, как-то так. Сварду и лукарей. На Твиче запись, да, сохраняется, конечно. Так, но он не взял город, он практически всеми отходил, я смотрю. Ему сейчас ход приедет к нам. Скоро приедет ход. К нам... О! Вот, 18, 14, 13, 7. Вот такие параметры. Ну, кстати, да. А, вот, кстати, он... По идее, изи должен добегать. Ну, что, лабетта на глазок, на глазок. На глазок доходит вроде как, да? Ни хера не доходит. Непонятно, в общем. Но я думаю, что доходит. Так, ладно, поехали. Щиток сначала заберем, да, как и хотели. Забираем щиток. Будет все ок. После того, как заберем щиток. Так, как же тебе повезло. Так. Ну чё, кто там хотел бой с султан-эфритами? Пожалуйста. Практически готово. Так. У нас точно есть ресурект. Погнали. Автобой, говорит, минус 5 ангелов. Так, ну чё, все видели? А, блин, там девятка была или десятка? Первый стек был 9 или 10? Короче, ангел захуярил 1050 дамаги. И огнешит с 9 султанов 162 урона. 162 урона. Это сколько в процентном соотношении? А по нашей теории, что 22,5 не работает, правильно? Неправильно. А вот если 20% это 18, тоже не работает или работает? 18 на 9. 18 на 9 сколько получается? 90 и 72. 162. А, вот, слушайте, ровно 20% получается. Ровно 20%.
Получается 9. Каждого эфрита ты получаешь по 18 урона. То есть 20% от его хп. Так, правильно, да? Правильно мы посчитали? То есть здоровье султана в 90. 20% от 90 это получается 18. Ифритов было 9. 18 умножаем на 9. Получается 162. Правильно? Правильно. А то есть то, что 1050, все это идет нахер просто. Сколько там? 100... 162, да? Ну, по идее, у нас ангел должен жить. Вот и все. Вот и все. Так, Веронец, доверяем тебе монахов. Ой, зря поход, да? Зря доверили. Мама. Окружают. Блин, а в тобой также, да? Так. Ну чё, пробуем? Пробуем. Ой, утопа. А утопу, кстати, может вот этот забрать. Блин, он только не вывезет, да, он ее. Охуенно разогнан. О, чайник, кстати. О, еще утопа. О. Ого, блядь. Ого-го.
успеем, мы не успеем. Блин. Хочется успеть. Ну это примерно как отсюда до поворота, наверное. Да? Ну такое ощущение, что... Топа хорошая. Воздуха. Хорошо. Так, ну что, надо архов ставить, да? Нагабанк есть. Так, тут. Надо как-то крутануться сейчас, чтобы с архами быть. Так, а у нас циклопников. Так, нигде. Так. Драка. Драка мне. О, Валеска. Валеска хорошо. Так, ну Валеска тут как вообще? А чайник можно собрать? Двадцать сорок девять. Пусков. Одна утка, ладно, перейдем. Экспертная земля, это конечно. Ну, можно тогда на манера сразу выйти, да? А, стоп, а манер-то где? Есть. Там еще. По гильдию надо. Я попробуем что-нибудь придумать. Так. Надо будет вводить. Сейчас разведку еще. Берем ту утопу. А вот шахт. Могу накрыть шахт. А у него первый ход. А он в утопу пошел.
понял, надо помешать. Желательно еще и на пуч... Блин, короче, надо Тана в крылья забрать. Уже с крыльями мутить дальше. Так, Тазар, справишься, нет, с этим подачей? Единички засыпь. Робо, 17 тут. Хуя. Не ангела я не хочу тебе. Пиздаться так добротно. Так, крылышки забираем. Лобетка набрала. Да. Бля, сейчас все бабки уйдут. Нужна будет. Здесь проверим. Так, а чё циклопников тут совсем? Чё нам надо? Какие ресурсы? Мегабанк есть, стера ртуть есть, ртуть есть, кристаллы есть, в принципе. Блин, ну в принципе можно тут намутить. Опа, добротная архив. Кого я, да, сейчас поставим. Так, это нужно. Да ну какой минус ангел? Кто-то зря брал камень. Так, там. Так, ну, кстати, норм. У нас получается чуть-чуть серый нужно. Как раз серый есть. Кстати, вот птиц, первый ход, да? Так, что у нас будут прыгуны какие-нибудь? Так, не хватает горшков и серы, да? О, есть прыгун. Так, ну что, надо этих бить тогда.
Ну, с три утки. Что? На единичке тохлем. Так, а здесь остались единички? Попа без единичек. Попа маленькая, еще денег не хватает. Да, реально, кстати, денег тоже. Так, мне нужно этих. Этих. В принципе, можно всех не грейдить, да? Так, горшки вот эти нужны. Вот эти горшки. Так, еще не хватает одного песка нам. Ток. Так, а денег чё? Чё по деньгам? Да, хочу архов поставить. Ну, с архами хочу, но. Короче, песок. Вот попробуем на меня. Менять-то нет. Да, еще пара героев. Ну а что поделать? Сейчас еще уволить кого-то. Не, ну еще одного героя я обязан купить. Не у него. Так, а у меня вообще рынки-то. Рынка нет. Рынка. Как я буду? Один песок. Кстати, просто одна это, да? Есть еще утопы? Давай-ка посмотрим. Что, 70 маны? Я знаю, но я на что на меня? Мне же эти тоже нужны. Мне менять не нужно. У меня сейчас денег хватает ровно на 5 архов. Не, если я буду нападать на него, я, наверное, помехи буду. Мало ли что. Понял. Блин, сандали еще. Раун. Кстати, гундул еще шлепать. По идее, всех надо. Гундулу точно убиваем, эту.
Кто еще утопу? Но если я утопу, я тогда на него не нападу. Утопу нельзя. По идее. Вот это, кстати. 2000. Герой может где-то серу добыть. Где тут серу? Нахуя в город сядь, он сейчас в топу пойдет. Не, то, что я нападать буду, это точно. Сейчас подумаю еще, где можно. Предлагаешь отсюда полететь. Покрыли вдвое. Я так ману. Короче. Умов не хватит. Переха 8 ангелов. Зато сделали. Пять. Денег нет. Шесть теков напали. Ну и чё, какая разница? А зачем еще единичку? 6-6, какая нахер разница? Можем просто врезаться, замедление сделать, взрыв и разъеб. Допустим. Гиганты.
Страха убили. Так что он... Ну эти, по идее, тоже не могут ударить. Но я думаю, не убьют. Близко там что-то. 150, я думаю, максимум. Да, верно. Вот эти могут дать. Армор экспертный. Дефа больше. Он решил под ангелов не подставляться. Грамотное решение. Так, а что, у меня ангел уже сходил? Ой, ангела на них. Я не понял. А, тьфу, я же еще и этот. Да. Я думал, они у меня уже ответились. Так, ответку может снять. Летаем. Разлетаемся. Архов взорвали. Бля, мы их грейдили, нам их взорвали. Алло. Алло, бля. Ангелы. За шо? Да за шо? Так, ну у него колпак может быть, да, получается? Колпачокс. Так, резь их. Так, резь им. Ты, не очкуйте. Какой у него там взрыв был? 900. Он четверых этих может положить, да? Четверых. Короче, антимагию нужно в этих класть. Не взорвал. Нибудь уток пилить и коней разъебывать. Вот так вот. Ну, мы его маг по максимуму без армии вставляем. А чё, этих загрейдим потом? Чё, топы? Где? Так, ну все, он, видимо, решил не тянуть. Ну, достойно бился. Бился достойно, видимо, не такой резвый. Так, взаимно. Ой, чё. Взаимно. За игру. Ну, нам повезло, у нас там все было неплохо. Давайте посмотрим. А когда Г плюс О будет? Когда-нибудь будет? Обязательно. Так, ну тут, видимо, тяжко будет. Короче, какой-то пустой данж у него. Один улик вот здесь. Один улик вот здесь. Это жестко. Ну, короче, как у нас рампарт, только еще... Нет, тут хоть две линги были, да? Так вообще, конечно, говнище. Говнорез тут.
лютый говнорез. Топа взят. И тут у топа взят. Что он там набрал? ВКЗ у него было, ё-моё-моё. Ах, вот оно. Выходил на 3 гигасах из 16. Ну мы посмотрели, да, у тебя на респе нихера не было. Да, респ такой. Не, у меня, конечно, хороший респ, но он не темповый был. Ну, кони с коробки откуда? Кони с коробочки. У меня вот такой уже сидел, этот ману пополнял. В центр вышли, КЗ нашли. Хороший тут, тут три тюрьмы такие. Денег не хватило на архов. Мы сначала все ресы поменяли, чтобы как-то походить. Была мысля у меня сюда за этой тюрьмой полететь. Можно было коробки еще на бабки, да, чекать. Но это был риск. Центр, кстати, такой маленький, но достаточно насыщенный. Я думал, ты в эту утопу хочешь пойти, поэтому... Надо опережать, так... 58. Ну, кстати, я вот здесь вот много потратил, по сути. Если бы я тут сильно не потратился, то нормально было бы. Бегом. Короче, у меня вот здесь, видишь вот эту зону, ух, смотри. Короче, вот тут у меня лежал щит 12-3, а вот здесь меч 5 ол. Или вот здесь. Короче, щит 12 и меч 5 ол, вот здесь вот. Просто капец. У меня даже утопа на респе была, нифига себе тут. Это тот самый мощный, еще и конца было. Табла Касла была. Так, а ну-ка, конца сколько? Минималка. А чё, в утопе на респе? Не, респовый утоп, это мощно в любом случае. Малка с тапками. Ну, понятно. Короче, 13 ангелов получалось с респа, да? Не хватало денег на респе, чтобы архов сделать. Тут топ она не помогла бы. Могла бы, если только тут. Да не, все равно не хватит. Слишком много денег, да? Много. Ну, хотя 10 тысяч здесь. Еще здесь 10 тысяч. Только опыта, да? Кстати, всего два касла, да, получается? Всего два касла и нычка, ангелов охранялась 58 грейженных мух. Вот просто больше ни хрена не лежало здесь. Просто 58 грейженных мух. Я такой думаю, охереть. Там коня убили, второго чуть не сожрали. Так, ну все. В коробке за собаками будем смотреть. А где коробка за собаками? А, здесь-то которая была. Да не, не хочу. Грузить там по-любому. Что-то типа всего второго. Я сомневаюсь, что там магия была выше. Заканчивать буду. Я сегодня просто этот... уже такой... не свежий подрубал, поэтому меня немножко... подрубает, вот, и уже 2 часа ночи. Спасибо всем, господа, товарищи, кто был, болел, поддерживал. Спасибо нашему сегодняшнему сопернику и модератору канала. Ух. Он боролся достойно, но расклад его заовнил. Просто заовнил, сказал, на тебе два улика, блять, выходи как хочешь.
Вот, все. Давайте кого-нибудь сейчас. Куда вас всех отправить? Не вижу, чтобы кто-то играл, кроме Тани Будуш. Ну, поехали к Сане к Вудушу тогда. Все, всем доброй ночи, до новых встреч. Пока-пока. Ванька, Сань, с возвращением. Рады тебя видеть, привет из Тюмени. Здорово, здорово, спасибо большое. Здорово, спасибо громадное Василию, спасибо громадное за Хостецкий. Спасибо, спасибо, ребят, спасибо. Я косякнул жестко. Не могу сосредоточиться правильно. Так, наверное, конечно, конечно. Я вот это неправильно походил, это неправильно походил. Думаю, что я не смогу сейчас это сделать, да?